манящее слово «скидки» действует гипнотически, а те, кто умеет считать деньги, говорят, что даже самые незначительные скидки в 3-5% могут сэкономить приличные суммы денег. Со столичной транжирой шопоголиком Лерой мы провели эксперимент, посчитали, сколько и на чем девушка может сэкономить в повседневной жизни. В итоге у нас вышла сумма больше 5000 лей в год на самых разных товаров и услугах. А ведь на эти деньги можно купить еще что-нибудь приятное. Как у нас так получилось? Итак, подробная инструкция, с которой с удовольствием поделимся и с вами. Как можно получить скидку? Например, договориться с продавцом прямо на месте продажи. Или же поймать момент какой-нибудь распродажи и там купить что-либо со скидкой. Еще вариант – это дисконтная карта, подаренная однажды продавцом, предъявив которую можно получать скидки. Но на этом 1000 лей в год не сэкономить. А вот где реально можно получить ощутимую экономию, так это в банковских дисконт-клубах. Мы в самом инновационном банке страны, в Молдинкомбанке, у которого также есть свой дискаунт-клуб. Что это такое? Если официально, то дискаунт-клуб – это клуб лояльности, который дает возможность всем нам сэкономить уйму денег на самых разных товарах или услугах. В дискаунт-клуб обычно входит огромное количество продавцов, партнеров банка. Они-то и предоставляют нам скидки на товары и услуги. Скидки эти могут достигать до 20%. На сайте mikb.md есть полный перечень всех партнеров банка и размер скидки, которую они готовы предоставить при оплате картой Молдинкомбанк. Все товары и услуги очень удобно поделены по сферам: красота, спорт, строительство и так далее. В Кишиневе это более 600 точек у более 90 партнеров на данный момент. А чтобы получить скидки, нужно только одно – стать держателем любой карты от Молдинкомбанк – зарплатной, кредитной, пенсионной или депозитной. Причем неважно, какой у карты будет статус – Маэстро, Виза Электрон или Мастеркард Стандарт, Голд, Виза Классик, Виза Платинум. Как только любой из нас приобретает любую карту от Молдинкомбанк, он тут же становится участником Discount Club. И теперь, если он совершает покупки у партнеров Discount Club, то получает гарантированную скидку здесь и сейчас. Держатель карточки Молдинкомбанк, оплачивая покупку, какую-то услугу наших партнеров, автоматически получает скидку. Вот, например, он оплатил покупку на 100 лей. Тот партнер дает скидку 5%. С его счета снялось не 100 лей, а снялось 95. То есть он получает мгновенную скидку в виде реальных денег. Он не ждет, что это придет в конце месяца скидка или как в размер каких-то бонусов. Никакой специальной дисконт-карты нет. Любая карта, приобретенная в Молдинкомбанк, уже доказывает причастность к дисконт-клуб. А вот как преимущество дисконт-клуб действует в жизни, Лера – наш пример. Девушка-автолюбитель. Сегодня она решила заправить машину на 35 литров бензина. Но вместо обычной оплаты наличными за бензин Лера расплатилась картой Молдинкомбанк. Конечно, предварительно узнав, какая заправочных станций является партнером дисконт-клуб этого банка и какую скидку предоставляет. Изучаем чек. За покупку 35 литров бензина Лера получила свою моментальную скидку. Так получается интересная вещь, да? Сегодня цена за литр 95-го 16,20. А при расчете картой Молдинкомбанка я плачу 15,79 за литр, получается, да? Да. В прямом расходе 10 литров в день в среднем. Получается существенная экономия. Мне интересно, сколько за год я смогу сэкономить денег. Мы подсчитали, в год только при покупке бензина Лера может сэкономить 1000 леев. А что касается других сфер жизни, например, 5% Лера получит в салоне красоты, а туда она ходит минимум раз в месяц, 15% на годовой абонемент в фитнес-клуб, 5% при покупке туристической путевки на отдых, 10% в бутиках одежды и аксессуаров, 3% при покупке продуктов в супермаркете, 4% в аптеке на покупке лекарств, еще 5% при посиделках в кафе или ресторанах. С помощью несложной арифметики подводим итоги. При тех затратах, которые девушка совершает каждый день, то в год она сможет сэкономить больше 5000 леев. Признаться честно, сумма нас приятно удивила, учитывая то, что размер скидок порой незначительный, где 3, а где 5%. Однако, как видим, даже на таких небольших процентах можно сэкономить и на выигрышные деньги позволить себе в качестве приза пару туфель, платье или сделать любой другой подарок себе или близким. Да, теперь я вижу толк в скидках. За год набирается существенная сумма, а за 5 лет вообще на круиз можно себе заработать или на шубку.
Получается, чтобы стать участником Discount Club и получать скидки, нужно всего две вещи. Первое – это иметь карту банка. Второе – это совершать покупки у партнеров Discount Club через терминалы. И что важно, с пометкой именно вашего банка. У нашего партнера может быть установлен посттерминал и от другого банка. Законы это позволяют, поэтому при оплате карточкой Молдекомбанк было бы хорошо у оператора уточнить, можно ли оплатить услугу или какую-то покупку именно через посттерминал, установленный Молдекомбанк. Только в таком случае наш клиент получит скидку. Узнать о всех торговых точках, где можно получить скидку в рамках Discount Club, можно на сайте mikob.md. Но на этом, как утверждают банкиры этого банка, скидки не заканчиваются. Уникальное преимущество Молдекомбанк – это двойная скидка. Оплачивая покупку брендовых очков, Лера сперва показывает дисконтную карту, подаренную ей этой торговой сетью, в минус 10% от суммы покупки. Но кроме этой скидки, в момент оплаты карты Молдекомбанк девушка получает еще одну скидку в размере 5%. Итого у нее получается 15%. А все потому, что эта торговая сеть входит в состав Discount Club. Что точно, Лере оказались по душе брендовые очки с двойной скидкой. Кстати, Молдекомбанк активно приглашает Discount Club и всех торговых агентов. Для директоров компании это прежде всего больше клиентов и прозрачность в сделках, когда оплата совершается банковской картой через кассовый терминал, минуя работу продавцов с наличными купюрами. Стать партнером нашего клуба очень просто. Нужно два основных условия. Первое условие – иметь посттерминал, установленный от нашего банка, либо внедрить с Молдекомбанком электронный магазин e-commerce. И второе – предоставить клиентам, держателям карточек Молдекомбанк, предоставить скидку. Но даже на этом скидки не заканчиваются. Если Лера окажется за рубежом и будет расплачиваться за покупки и услуги банковской карты, то она получит скидки, которые предлагает платежная система Visa или MasterCard в той или иной стране. Например, за аренду авто, проживание в отеле или любые другие. Единственный нюанс – за рубежом скидки распространяются на карты более высокого статуса – MasterCard Gold, Visa Gold или Visa Platinum. Поэтому, если кто-то собирается путешествовать, то лучше оформить карту более высокого статуса, и тогда скидки за рубежом обеспечены. Вот, например, держатель карточек MasterCard Gold. Помимо того, что он автоматически становится участником нашего проекта, нашего клуба Discount Club, он имеет возможность участвовать и в международной программе от MasterCard, от компании MasterCard. Он помимо этого, помимо скидок на территории Республики Молдова, он имеет возможность получить какие-то преференции, скидки за рубежом. Еще один приятный бонус и секрет для держателей карт Молдекомбанк в том, что клиенты банка могут даже и не знать, но автоматически участвовать в различных акциях и лотереях на территории страны. Например, одна из действующих акций банка называется «Стань ближе к чемпионам». Акция действует до 15 июля. Призы акции – спортивные сумки. Призы разыгрываются еженедельно, всего 630 призов. В спортивный комплект входит удобная сумка, футбольный мяч и спортивная бутылка для воды. Но главный приз – это поездка на двоих в Норвегию на Суперкубок Европы по футболу. Призовая поездка включает в себя билет на перелет, трансфер, проживание в отеле, вход на стадион. А чтобы самому стать чемпионом, то есть выиграть эту поездку и оказаться на месте этого брутального счастливого мужчины, нужно всего лишь одно простое действие. Чтобы оказаться на месте этого радостного мужчины, нужно просто оплатить любой картой от Молдекомбанк, от системы MasterCard, любую услугу или оплату на сумму минимум 100 лей. И вы автоматически становитесь участником акции. При этом минимальная сумма покупки карты 100 леев. И чем больше будут совершаться повседневные, какие угодно покупки карты на сумму минимум 100 леев, то тем больше будет шансов выиграть призы. Адриан всегда оплачивает свои покупки карты MasterCard от Молдекомбанк. Об акции знал, но не ожидал, что выиграет. Теперь Адриан не против выиграть главный приз и будет и дальше везде расплачиваться картой MasterCard от Молдекомбанк. În general sunt un client care foarte des utilizez cardul de la chitară. Este o metodă ușoară de achitare, nu este necesar să port banii mereu și plus la asta obțin chiar careva reducere achitând pentru benzină sau produsele alimentare.
Молдинкомбанк часто радует своих клиентов интересными акциями и предложениями. Банкиры Молдинкомбанк заверяют, даже если не знать о действующих акциях, но оплачивать повседневные расходы карты, то всегда будет шанс что-либо выиграть. Все эти акции или Discount Club банк проводит с одной целью – мотивировать людей оплачивать за товары и услуги безналичным расчетом. Так банк старается убедить людей, что пользоваться картой – это очень удобно и мобильно. С собой не нужно брать наличные. Если вдруг утеряна карта, то можно мгновенно ее заблокировать, и деньги сохраняются. А если потеряны наличные, то это уже навсегда. Даже если картой постарается воспользоваться чужой человек, то у него ничего не получится. Молдинкомбанк предусмотрел для этого сильную защиту. Но, как говорят банкиры, единственное, что еще останавливает некоторых людей от пользования картой, это комиссионы. Как оказалось, бояться их больше не нужно. Комиссион не берется, абсолютно. У нас еще есть логика у людей, стереотип, что если ты оплачиваешь карточку, тебя банк возьмет комиссион. Ничего подобного. Это ошибка. Это очень большая ошибка. Это неправильно. Держатель карточки при оплате с карточкой как платежный инструмент, используя карточку как платежный инструмент, он не платит абсолютно никаких комиссионов. Многие спрашивают, где же выгода банка? Партнеры. Это юридические лица, кому мы устанавливаем посттерминал, они нам платят за какие-то комиссионы. Ну, мы банк, они коммерсанты, это взаимовыгодно, это нормально, это бизнес, скажем так. А держатели карточек, они абсолютно ничего не платят. Никакие комиссионы не снимаются и при оплате карточкой молдавского банка за рубежом. Отправляясь, скажем, по делам или на отдых за границу, порой даже не нужно менять деньги на иностранную валюту. Расплачиваясь леевой картой в иностранных магазинах, произойдет автоматически конвертация валюты, которая будет не дороже, чем если перед поездкой поменять деньги на наличные другой страны. Есть стереотип, что намного выгоднее здесь поменять валюту и с валютой, с кэш, с наличностью поехать за границей. Это ошибка. Намного выгоднее ехать с карточкой, потому что при оплате карточек не оплачивается никакого комиссиона ни на территории Республики Молдова, также ни за границей. При этом за границей везде принимают карточки с логотипами MasterCard и Visa. Итак, шопоголиком Лерой делаем выводы. Если расплачиваться картой через терминалы, то, во-первых, можно стать участником замечательных акций и выигрывать призы от Молдинкомбанк. А во-вторых, если совершать покупку у партнеров банка в рамках Discount Club, то на самых разных товарах и услугах в год можно сэкономить хорошенькую сумму. В-третьих, никаких комиссионов за оплату через терминал никто никогда и нигде не снимает. И самое главное, расплачиваться картой – это быстро и удобно. Кипы наличных не нужны. Также как больше не нужно переживать за их сохранность в дороге. Самая главная цель – научить клиента пользоваться карточкой. Карточка – это не инструмент для просто для того, чтобы снять наличность. Карточка – это инструмент для оплаты. Наш итог. Интересоваться предложениями банка нужно, и часто это очень выгодно.